И, блин. Всем привет. Привет, Лёха, что-то пулит вообще без арчей. Сейчас я ему напомню. А Фоня с Машей появлялись, нет? Нет. Всем добрый вечер. Привет. Десять секунд нужно, не пульт, а сразу. У меня ходки не отображаются вообще. Все сделал. В своем репертуаре отлетает первым. Там две волны сразу. Люха прет как танк вообще. И молчит. Ты понимаешь иронию того, что как танк, он и так танк. Танк самый лучший спектр. Да, особенно когда танк не смотрит за это, за хилами, вообще шикарно, хардкор такой. А когда, знаешь, когда ты на начальном уровне, у тебя мана садится постоянно, в танке, блядь, бегут вперед. Хилить, когда нечего. Я на РБК не ходил, когда он в медведе, вот там точно как танк. Я в хиле качался, это вообще жопа была, блядь. Еще и нидит все подряд, это вообще. Кирс, где Хена? Не знаю, ему написал, но он не читал еще. Он вроде как говорил, отойдет куда-то. Съездить, то ли что-то такое ему надо куда-то было. Ну, наверное, к этому, к Халику подойдет. Вот, забери командира. У меня клавиши от пива пролитого залипают на клавиатуре. Что-то жопа какая-то, что с ними делать? Хоть новую. Искупать ее, блять, или новую тему купать? Отошел срочно на 5 минут, если что, первого миника без меня бить. Вам там
Слушай, попробуй кнопки повытаскивать и протереть. Надо повытаскивать их все это. Там они такие скрытые, но в направляющих. У меня до этого было там с металлическими скобами клавиатура бесшумная. Там-то вообще, блин, жопа. Но тут проще намыть их. Разработаешь, работают, потом опять залипают. Блять, пол бокала пива выпил, вылил на лифт перед Новым годом. Точно пол? Да, пол-пол-литрового. На левую часть, где как раз, блядь, давал ее и все остальное. Как она жива осталась? Вовремя успел перевернуть и долбил об стол. Вытряхнуть, она туда не затекла вовнутрь. Серьезно? Серьезно? Ну как крошки вытряхивать с клавиатуры? Переворачиваешь, ну, и бьешь. Правильно. Ну крошки, блин. Мне когда-то ума не хватило так сделать. Ну видишь, она же это с бортиками там все равно для утолщения направляющих делается, поэтому туда не успела затечь. Она возможно, наоборот, зря, потому что у некоторых клавиатур есть такая защита. Если ты переворачиваешь, то ты, получается, прям туда. Мне повезло, хоть я и не разбирал ее до этого. Она оказалась какой надо. О, чё, я один хантер? Нормально. Шок. Куда все делись? Чё, вообще? Шок. Ну, Рождество. Твинк. Гуляем. Ник знакомый, начальный. Слабый. Я на него ходки накинул, сейчас сдохнет в полете. Горите в огне. Не сгорели? Кисло по хилам, пожалуйста. Греча в танка, Войден в танка. Греча второго, Войден третьего. Пипална на Рублече, Полина на Греч, Кирс на Войде. Все, поехал. Подожди, дай спикнуться. Кислый даже третий. Так, Войд второго или третьего? Войд третьего. Опа. Поехали. Хватает героев и без тебя. Честно, у нас роги долго не живут. Двое сильнее страдают. Зато ДПС дают. Главное бурстануть, прожать кнопки и упасть. Все.
Тут откуда-то гвардеец вылез. Так, понятно. Я только отошла. Я его даже не доставал. Выйд пока и выйд. Греч сложила. А, поймайте второго моба. Геру. Чё, половина легла. Это было опасно, Войт. Вести же надо как-то. Будет крутиться по бегу. Товарищ Лулипал, ваша задача была хилить одного человека. В чем проблема? Слушай, мой танк тоже откатился при первом отбрасывании. Я не знаю чего, просто шотнуло и все. А мне норм. Больше вот. Ладно, шаманы. Потому что много статусов набрали. Держали 90. Самое чувство, когда Войд держал двух миников, еще моба. И чё? Они промахивались просто. Я их и трёх держал. Как это... Блин, я не поверю, что Холи Паладин не доставал. У тебя же частица есть. Там, когда откидывает, дает стан. А было на что? Чертовщина какая-то. И Греча сразу же отмехнул. Ветки с предыдущего босса. Вага, чего не хватает? Улипал, дай каску. Все? Вага. Пуляй. Союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Слуги, обратите их в пепел. Рубиновое святилище пало.
вашей ярости. А кто знает, почему Хелен шепелявит? Озвучка такая. Жоп желатой выбили. Прикс неправильный. Чем перерыв? Тебя ничто нет? Тут он, ну, в банке, только что поставил. Пьянич, ты тут? Да, да, здесь. Отмена перерыв. Можешь только прописать, чтоб убрался? А, нет, не то. Я сейчас пойду на перекур. Распределяй кисло, кого ты хочешь с собой во свету видеть, кого во тьме. В смысле во тьме? Ну, блин, я не знаю, кого лучше в РДД тебе закинуть в свет. Вот так, наверное. По хилам, короче. Первая группа тьма. По хилам тогда получается, что у нас? Полина тьма. Матиола тьма, Элбрил тьма. ДЦ, Кирс. Чего? Не знаю, ДЦ, Холи, Пал, Кирс, Высвет. Окей. Этот... ДЦ вместе с Холи Палом заходите во тьму, потом выходите в свет. Кирс, остаешься один в свету. Угу. Нурглет и ты, да, Танчите? Ну да. Угу. Так, что еще интересного рассказать? Какая патча во тьму идет? Первая. Чисто РДД? Кто-то первый раз нихуя не знает. Есть такие? Если есть, расскажи, кисло, что делать. Значит так, ребят. Те, кто во тьме, все то же самое. То есть, заход... По команде пианиста заходим и встаем так, чтобы башка была слева, а хвост справа. А, те, кто в свету... ГМ пишет. Ну, пускай пишет. А, будет метеорит. Метеорит шотает. А, лазят мобы. Мобы танчат у нас три человека. Это Редвар, пока Бонд Войден, но лучше распределить на всех. То есть в свету почему так много человек, потому что заливаем мобов. РДД, переключайтесь, выйдет большой, дайте ему на руглету забрать, хотя бы секунд 5-10, только потом вливайтесь. Мелких можно ауешить сразу. Но все остальное также выносим в лужу, что в свету, что в тьме. Выносим ровно назад, ребята. Не надо в бок куда-то, потому что она уже появляется и в свету, и во тьме. Нужно выносить сразу, моментально, потому что если в рейде, то другой мир, тьма или свет, охраняет от вашей лужи. Огласи, какая пати в какой? Что? Какая пати, где? Первая тьма, хивов назначили, третья, четвертая, вторая, свет. Кто мне проносит до лезвия первого? Короче, когда начинается вторая фаза, с этого момента до лезвия есть 30 секунд.
нужно таймер включить. А можно еще? Если понимаешь, до первого лезвия там хотя бы за 5 секунд. Крути на любом удобном. Первое лезвие, пофиг, у нас дамага хватает. Дайте не рыбу. Забываем, короче, стопнуть дамаг. Про эту хуйню не забудьте, что надо стопнуть перед выходом. Чтобы лезвие прошло и во время лезвия переводить. Сапроты пьем? Тьма, да. А можно нам свет еще какого-нибудь жирненького, чтобы мы напуливали на него мел? Жирненький. Тебе мало всех меликов? Обычно это коты просто, а сейчас котов нет. Вага есть. Вагу жалко. Эрдвар. Он на гречку напуливает. Это коты коника и латники обычно. Вон в Эрдвара напуливаю, я его хилить буду. Не хиль его, он девочка бежит. Поставьте ГБшку кто-нибудь. Нет. Нет. Прослушал. Она стоит. Так, сейчас я забафаю, вот у меня тут, блядь, 1000 бафов. Пока грудак зачаришь, пока эту. Так, вроде готов. Еще раз проверку, да? Парада нету. Он здесь. Вот тут. Талим. Лёх, я на колодец символ поставил, там, если чё, прожимайте, и милики тоже там. Все готовы. Чё, поехали? Не выйдет. Этот мир вот-вот соскользнёт в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Ну, заодно нажатие примерно до 30к отхил. Будь спел аккуратно. Чё вы бегаете-то? Тему только не ставьте. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Вы уже смотрите, куда идет. Ну, они идут. Полюбал, иди, дрейд. Быстрее. Долго вы бегаете. Дайте Starfall, если есть. Кислый есть. Упал. Станьте кто-нибудь огонь. Узнал, где это без разницы. Куба по печеньке, быстрее. Все, не надо, не надо. Заходим. Дайте кашку. Чего вы, блядь, с разных сторон стали? Ну, у вас лево хвост справа, бегу. Сколько долезли? Мы сейчас стоим на месте. Блять, вот
Говорил, проносите, сколько до лезвия. Все, ложим. Что стоял, блядь, 2 часа зубы ждал, блядь. Блядь, пошли, заходим. Где зубы по танку? Блять, неужели у кого не стоит, блять, отчет времени? До лезвия. Сложно проносить, блять, кому-нибудь хоть с рейда. Потому что мне не до этого, я не смотрю на таймер. Мне надо босса поставить. ДЦ, смотри, там когда начинает говорить Халеон, заходи, если ты там можешь. Ты после его разговора сразу же даешь зубы. Портал появился, зубы, и все, там не надо ничего слушать. Зубы по моей команде, не надо, блядь, ни до, ни после, по моей команде. Мне пофиг, там добьют и без меня, в том-то и прикол, что я захожу, потому что добьют и без меня. Я как раз за это время босс устрою. Тебя чуть-чуть тихо пока слышно, Лёх? Тебе уже хватает, я мана реген. Бага бежит на меня. Не выйдите. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Да и печи. Раздавак, выпей простую на 180, которую тебе дают. Да ценни, ход ты сейчас. Проносите мне ход за 5 секунд. Нет времени. Я сдох. Заебись. Ж надо, блять, умудриться сдохнуть. Я вынес, обратно побежал и уже все. Да. Бежать сзади босса. Перебежим на ту сторону, мотивола поднимем. Побежал. С огня выйдите. Да это зубы, конечно. Не надо пока. Полипал, подъем. Баф по нему. Ты заходишь, анонс был, блять, или что? Зашел, заходим. Зашел, блять. Лезвие 2 секунды.
На этом верчи. Погнали. Да Эл, блин, нахуй ты заходишь вообще в тьму? Без анонса, блядь. Начисли, блядь, 250. Заебали. Вы же не можете понять, что босс двигается, блядь, если кто-то заходит другой. Там не 2 секунды было, а секунд 6, наверное, довез. Стоял бы на месте, все бы нормально было. Вижу, блядь, смерть из-за того, что кто-то раньше... Что я помню? Туда, это будет пиздец. Нахуя вы заходите без анонса? Я не заходил, я просто воскрес. В смысле не воскрес? Смерть свой линкани. И ты увидишь, что ты сдох, блять, от клива Халиона. Потому что ты появился перед Халионом, блять. Анонса не понятно, было. Понятно, что я от клива сдох. Я ж не спорю. Напрягаете очень сильно. Когда, блядь, делаете то, что вам не говорят даже делать. Неужели сложно, блядь, после анонса нажать кнопочку портала? Я просто воскресал, я не нажимал портал вообще. В тьме просто так очутился. И выйдем. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Узреть начало эры разрушения. Дабл убить. Уже смотреть. Трэш добиваю. Давай зубы. 20 секунд каст. Заходим. 15 секунд лезу. 10. Сволочь.
смотрите за процентажом ХП. В морду прям. Стоп дама. Стоп дама. Тревожу. Жнуэн, выйдешь свет, поднимешь холи палок. Кто поднимает? Женоем. Процентаж 60. У меня процентажа нет, ребят, кто-нибудь уносить. 50. Ревностный ушел. Да, 50. Я нетку выносить. Пал упал. Вы что творите, а? Ну кто это? Я даже сейчас скажу, кто это. Живем, живем. Свет, стоп, блядь. Вот в прошлый раз то же самое было. Вот выясните, Бужем, пожалуйста, кто это. Выясните, кто это сделал. Так, это Талин диспелил. Автопилот какой-то в это сдиспелил. В прошлый раз то же самое было. Талин, убери авто. Автодиспел. Собаки в Африка. Написал, все. Че по свету там было? Да нормально, все нормально. Ну все нормально. Только метку не просто выносить. Это первый раз. А потом он то ли под метеор встал, то ли от огня отъехал, не знаю. Мал стоит под метеором до тех пор, пока он, ну, прям в него не упадет, прям в бошку ему, и ваншотает 100 тысяч. Метеор ваншотает, вам говорили. Паладин, ваншотает метеор. Пал, ты был живой, на тебя повесилась метка свету. Потом туда стал падать метеорит, ты вместе с меткой бежал, вместе со всеми, тебя убило огнем. Тебя посмотри, смерть от падения метеорита. Тебя убила не метка. Ты даже если бы выжил, добежал бы, ты эту метку прям разбил бы в нашем... Прям на бошку метеор упал ему, 90 тысяч урона. Я знаю, сейчас лезвие нормально появилось, подсчёты. Okay. Там 30 секунд, как только фаза вторая началась, 30 секунд можно включать отсчет. ДБМ там показывает. Заканчивается там через 5 секунд. Фиксирует шарик. Он показывает каст лезвие, плюс еще каст 5 секунд. Так, товарищи вороки. Долорус. СС на поле пала. Казум, будь готов кинуть его, когда он встанет. Ты, блядь, лужу не видишь, поле пал. Короче, маленький секрет, если подальше от босса отбегать, то лужа прекрасно видно, и она не доходит там, блядь, до этого, до купола. Пришли, блядь, РС-ку ХМ-ку убивать. Он упал, блядь, три раза дохнет, блядь. За один пул. Пул длится, блядь, 7 минут от силы. Это тебе не нормал. Поехали и выйдем. Соскользнет в бездну.
Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Чего лобай рот хотел? Барнаш, короче, когда перебежим? Если Берима Тиолу, Тиола в речку, я зацепа мне зуба. На секунду до лезвий. Заходим. Пять секунд до лезвий. В саму. Топы? 53%. Что, переводим или ждем? Ждем, стоп. 51, блядь. Сейчас он переведется уже топ. Давай, переводим, бегом. Сзади. Свет, стоп. Центр все равно не вижу. 40, 30. На танке. Аккуратно с огнем. Там с той стороны стоит. Ай, встану. Свет, нажмите в босса чуть-чуть. Процентаж. 50.
Привет, 40. Блин, держите танк. 50. Кто с диспелем? Баф раздайте в светлую. 30. И инер желательно. Привет, стоп по боссу. Я сама с диспелем. 60. Свет, стоп, прозрачный. 60. 70. 40. Чубок, чубок. 60. 70. 40. В мобов. Ману хилу залейте, алё. 60. 30. 60. На 8 2 ДД. 40 свет. 30. Стоп по боссу, свет. 20. По боссу вообще. 30. Лёха, если у тебя есть прожимки, мы лучше дарили бы. Да какие прожимки, мы сухие хил. Мы его на грани держим. 40. Всё, упало. 30. Че вы там бьете, блин? Там просто уже манны нет. Просто попадали. Я же сказала, у нас 2 ДД осталось. А с предыдущим что случилось? Некого выносили. Какого ДД во тьме умер? Метку выносили. Да, еще кто-то диспелит нехорошо очень. Ну, проблема. Санте, СС на хули пава, Казум будет готов кинуть снова. Талим, СС на мотивову. А чё так сложно, я не понял, Свету?
вообще мобов. Такое ощущение, как будто никто не бьет, как будто всем похуй, блядь. Это в тьме проблемы. Ты в минус 5, Свет. Попробуй бить. Минус 5 ДД. Причем эти минус 5 с первой фазы. Сейчас мы даже просто по манне садились, уже и гимн пел, и все съел. Поставьте Локи в свой колодец, пусть огурцы разбирают, пусть бегают, жрут. Кислый, поначисляй сейчас это тем, кто подох на первой фазе. Я помню, что я не смотрел. Рестор Друид, Греча, Коника, кто-то еще Войд. Можно оправдаться? Жуля! Можно Греча. Оправдаться. Не поможет. Кирс я... тоже упал. Ничего, кто еще? Я упал на третий, не надо мне тут. Стоп, заткнись, пианист. Кто еще третий? Коника, Войд. А можно сказать, и чего я умер? Меня ударило хвостом, а после этого на меня еще и подышали. А ханты тоже дисплеят, нет? Я не знаю, я ровно в метке стоял. Я просто смотрю, и Big Bubble 2 рассеивания на нем. Меня застанило, а после этого еще и подошли на меня. Ты не диспеля. Я просто смотри. Смотрю отчет по рассеиваниям. Это с меня с диспеля, видимо. Сейчас релогнуть быстренько. Хиллбосс багнулся. Быстрее. Я тут подумал, нахуй нам 25 человек? Типа проще в 20 до стабильных убивать, чем в 25. Типа с маной проблемы, конечно. Но лучше 20 человек убивать, чем 5 человек, которые запорят. Мы не боимся без диспелить, мы дожидаемся, пока точно человек выбежит с рейда. Если ни одного БРа, ни одного БРа до ласт фазы не должно быть. Они долго стоят иногда. Первая фаза, блядь, от двух метеоров сложно перебежать, блядь. Или, блядь, в огне не стоять, отойти немножко дальше от босса.